Грандиозное событие в центре Петербурга. Сегодня утром работниками театра на Литейном была найдена уникальная находка. По предварительным данным, этот объект находился в театре с 1909 года, а именно со дня основания театра. По предварительным данным, сейчас проводятся сотрудниками МЧС спецоперации. И у нас есть уникальная возможность проследить за ее ходом. Не переключайтесь, будет интересно. Дорогие друзья, сейчас мы находимся под сценой театра. Именно в этих коридорах и был найден объект. Давайте подойдем поближе. А можно? Нет? Не пускают. Давай отсюда. Как я вижу, скопление людей, давайте обратимся к кому-нибудь. Ну вот, например, вы, молодой человек, вы можете прокомментировать эту ситуацию? Так, не трогайте меня, очевидцы. Не видите, человек в шоке. К сожалению, мы не смогли добиться каких-либо комментариев, но у нас есть комментарий главного режиссера театра. Давайте посмотрим. Сегодня в нашем театре большой праздник. Утром машинистами сцены была обнаружена борода, которая замоталась в танкетный механизм. Этому деду уже 130 лет, и все эти годы он живет в недрах нашего театра. Он участвовал при открытии театра в 1909 году. Мы это живой свидетель истории. И сейчас сотрудники МЧС вызволят из плена деда Никодима, и мы узнаем подробности его существования. Простите, пожалуйста, там, кажется, что-то происходит. Извините, пожалуйста. Первый канал! Несмотря на шоковое состояние очевидца, нам все-таки разрешили задать ему пару вопросов. Я? Мой друг Серега? Пошли в трюм. Он мне говорит, смотри, я смотрю, а там борода. Я борода! Борода! А сейчас есть уникальная возможность у нас посмотреть кадры с камеры мобильного телефона, снятые очевидцем. Смотри. Смотрю. Чё? Борода. Бежим отсюда. Себе. Феноменально. Старец, 1909 год, и Нобелевская премия моя. Живой, дед! Нет, живой! Снимай, со мной. Сейчас мы наконец-то увидим этого деда. Смотри, вот, как раз его. Пошли. И мы зададим пару вопросов. Извините, пожалуйста. Можно пару комментариев, что и как, что это за дед? Ну это значит, вы аккуратно разложили кладку, аккуратно вытащили объект, и сейчас предельно аккуратно мы отправим его в медицинское учреждение. Карусель! Мать вашу! Батя! Убери камеру! Дорогие друзья, сейчас вы можете видеть финальную стадию спецоперации. Смотрите, они вытаскивают деда, они тащат его. О, боже мой, они его уронили! Уходим! Дорогие друзья, вся эта история, которая произошла в театре на Литейном, очень высокий... Снимай. Кстати, извините, пожалуйста, можно ваши комментарии? Я не поеду в Китай! Уйди отсюда! Куда вы меня несете? Берите камеру! Ну, вот, собственно, такие комментарии. Мы будем следить за развивающимися событиями специально для ТНЛ-51. Люди! Люди! Уходите, где отсюда? Куда вы меня тащите?